выключила камеру, во-первых, потому что много наговорила, и во-вторых, потому что мне нужно было показать паспорт и свою карточку. Вот это вот круизный лайнер Carnival. Ой, это не Carnival, это Disney. Disney Fantasy. И вот сюда тоже набираются, я рассказывала, как набирают обслуживающий персонал. Вот Carnival. Вот написано Carnival. Вы открываете сайт. Вот, читайте, как правильно написано, carnival.com. И там есть много судов. Вот это Carnival Freedom, у нас Carnival Dream. Но это все равно одна и та же компания. И там есть устройство на работу. Это вы получите рабочую визу на 5 лет, насколько мне девчонки рассказали. После собеседования, после того, как вы заполните анкету, после того, как с вами встретится представитель этой фирмы. Ну, я так слышала, одна и другая девочка, они обе встречали представителя фирмы в Киеве. Их там было порядка 50 человек. Ну, я говорю, а все ли прошли? Она говорит, я не знаю, кто прошел, кто не прошел. Она говорит, я понятия не имею, потому что, ну, как бы, поговорили, сказали, что принято, я ушла, все. И вам нужен будет базовый английский. Чем лучше английский, тем более высшую категорию вы получите, тем более больше денег вы заработаете. Еще раз покажу, carnival.com. И по всей видимости там есть, смотрите, осторожно, там есть возрастные категории, возрастные ограничения, по всей видимости. Должно быть так, потому что одна молодежь, я смотрю, работает. Так что они говорят, что очень много русских вот на таких теплоходах, не только русских, русскоговорящих, но опять-таки из таких вот стран, как бы с бедных. Она говорит, есть люди из таких стран, говорит, я, о названии такой страны никогда я не слышала и не знала, что такая страна существует. Такая иду. Восточная женщина. Щека сгорела. Уже можно снимать. Ладно, на голове я упала с самосвала. Тормозила головой, называется. Ладно. Вот мой американский паспорт. Ему уже 3 года. 3 года, как я его получила. Не буду показывать свое имя. Просто вот. Он как книжечка, тут много написано истории всякого. Ой, чуть девчонок не сбила, пока паспорт показывала. Вот этот, наверное, Carnival Freedom, наверное, он пришел из Майами. А наш вот следующий стоит, Carnival Dream, он пришел из Fort Lauderdale. Ну, конечно, вот